Римские легионеры дружины Ермака и Маджахеды разбили лагерь под Новосибирском. В эти выходные недалеко от железнодорожной станции Геодезическая прошел 9-й военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». В прошлом году его отменили из-за пандемии. В этот раз организаторы приняли половинчатое решение. Фестиваль прошел, но зрители на него не звали. Такой формат позволил протестировать новую площадку. Раньше «Сибирский огонь» проходил в селе Большой Айош. Алексей Кудинов расскажет подробности. Десятки клубов, 400 участников со всей России. По масштабу этот «Сибирский огонь» мало чем отличался от допандемийных. Разве что авиации нет. Зато приехал и настоящий танк Т-34-85. Еще десяток боевых машин, мотоциклов времен Второй мировой и их современные реплики. Годовщина начала Великой Отечественной – центральная тема фестиваля. Участники реконструировали одну из последних масштабных операций войны – «Хальпский котел». Мы реконструируем усредненный образ бойца вермахта. В данном случае мы представляем тройку пулеметного отделения, которое состоит из непосредственно пулеметчика, командира отделения и подносчика боеприпасов. В Новосибирск приехали клубы, которые реконструируют разные эпохи. В одном лагере часто можно встретить представителей противоборствующих сторон. Например, джунгаров и служивых людей, пришедших покорять Сибирь. На фестивале реконструкторы не только участвуют в показательных боях и всевозможных соревнованиях, но и стараются воспроизвести быт своей эпохи. Даже готовятся с использованием старинной утвари. Площадка Ренессанса. Мы хотим в рамках пира, который мы к финальному дню фестиваля устраиваем для всех участников, показать кухню именно Ренессанса. То есть сегодня у нас на обед была паста итальянская, а на ужин мы будем готовить молочных поросят, которые будем фаршировать яблоками, грушами. Ну и, собственно, дичь. Традиционный перепелочек, да. Да, нанизываются два поросенка, и они вот закрепляются. Каждый вот этими, закрепляется, да, чтобы не сваливаться. Допустим, это кажется каким-то диковинным приспособлением. На самом деле это однозубая вилка. Тыкали тоже мясо или овощи и закладывали в рот. В этом году фестиваль «Сибирский огонь» прошел на новой площадке, на берегу озера Малиновское. Это час езды из Новосибирска на машине или на электричке. Здесь больше места, можно устроить стационарный лагерь. Да, здесь немножко равнинное более такое место, но мы уже обсуждали сегодня с собственниками даже создание постепенно пейзажа, холмов искусственных, которые будут как трибуны для нас, где могут зрители располагаться. Без зрителей, но все же фестиваль прошел, что уже достижение. Многие подобные форумы реконструкторов в России в этом сезоне вовсе отменили. Телеверсию «Сибирского огня», прогулки по лагерям участников, реконструкцию боев Великой Отечественной и Афганской войн смотрите в эфире телеканала ОТС уже в эту субботу, 21 августа в 21:00. Алексей Кудинов, Дмитрий Антипов, Иван Чижиков и Антон Мамаев. Новости ОТС.